Иван Царевич спас Василису Прекрасную. Сидеть ровно. И жили они долго и счастливо. И умерли в один день. Все. Ну вот, умничка. Куда? Так, Петя, если ты будешь баловаться, я буду ругаться. Ясно тебе? Ну так все-таки, как они жили, пока не умерли в один день. Ну как они жили? Хорошо жили. Весело и счастливо. Как мы раньше с дядей Сережей. Как мы раньше с дядей Сережей. А дядя Сережа скоро вернется? Скоро. Уже совсем скоро. Чего наряжаешься-то? Для зэка своего, что ли? Сереже сняли все обвинения, его отпустят. Отпустят. А какой ценой? Квартиру продала, чтобы адвоката этого нанять. Лучше бы о сыне о своем побеспокоилась, а не о чужом мужике. Он мой муж. Муж. В тюрьме поженились. Другие люди в таком случае разводятся, а вы... Тетя Лен, можно мультики посмотреть? Нельзя! У меня и так голова раскалывается. Мультики ему. Ну, тихо. Нет, сказала. И дверь закрой в ту комнату. Тетя Лен, я понимаю, что вам сложно, мы вас стесняем. Я вас очень прошу, потерпите, пожалуйста. Сейчас Сережу выпустят, он устроится на работу, мы съедем. Устроится он на работу, а? Но он же не убийца, он не грабитель. Его подставили. Это, знаешь, пускай он в отделе кадров объясняется. А я тебе так скажу, что мое терпение заканчивается. Я не собираюсь его прописывать, устраивать тут цыганский табор. В одну ж Петьку он, понятно, ради своей покойной сестры, твоей матери. Я поняла. Спасибо. Пожалуйста. Шмелев Сергей Витальевич. Так, паспорт, права, кольцо, телефон и ключи. Здесь распишите, пожалуйста. Все, свободны, можете идти. Судимость с вас полностью сняли. К сожалению, такие ошибки бывают. Извините. Да уж, извините. Бывает. Вы жене своей спасибо скажите, которая нашла такого адвоката, который во всем разобрался. Сами могли разобраться. Ну да. Лет через 5 или 6. Вы, Сергей Витальевич, еще легко отделались. Да, и партнеру своему привет передайте, который вас так подставил. Передам, передам, только его найти никто не может. Ничего, отыщется. Ну все, удачи в работе, счастья в личной жизни. Как я соскучилась по тебе. Я тоже. Тебя Петька ждет. Пойдем домой. Пойдем.
О, Господи, какой ужас! Светлана, извините, пожалуйста. Ой, Мария, подойди сюда. Ой. Где твой этот уголовник? Светлана. Ну, хорошо, хорошо. Сергей, где? Он поехал устраиваться на работу, у него собеседование. Вот удачно ты замуж вышла, а? Ни квартиры, ни работы. Сколько у него уж было этих собеседований? Много. Много. Маша, скажи мне, ты помнишь, о чем мы с тобой договаривались? Тетлин, если Сережу не возьмут сегодня на работу, мы завтра же съедем. Маша, ты меня тоже пойми. Я уже пожилой человек. Но я привыкла жить одна. Я все понимаю, Тетлин. Не переживайте, я уже нашла, куда мы поедем. Мам, а куда мы приехали? К моей подруге, тете Полине. Она здесь в школе преподает, а раньше мы учились вместе. А как ее в эту глушь-то занесло? Ну, ты знаешь, она всю жизнь на природе жить хотела. А тут дом в наследство остался, а они с мужем и переехали. Телевизор есть? Да есть, наверное. Наверное, есть. Ты думаешь, это хорошая идея сюда переехать, а? В Москве хоть какие-то шансы на работу были, а здесь-то что? Сереж, а здесь есть где жить. Работу найдем. Полинка обещала помочь устроиться в школу. Здесь зато все проще. Простая, понятная жизнь. Эх, Машка, Машка, зря ты квартиру продала и с работы уволилась. И все из-за меня. Наверное, вот этот дом. Тук-тук, хозяева! Маша! Маша! Господи! Привет. Привет. Ой, дай посмотрю на тебя, Господи, какая ты красавица стала. Ну, знакомь. Здрасте. Здравствуйте. Это Сережа мой. Полина. Сергей. Здрасте. А это Петька. Привет. Привет. Рома, иди знакомься. Давай. Сергей. Роман. Очень приятно. Петр. Петр. Ну, чего стоишь-то? Иди сумки в дом заноси. А. Как же я рада, что ты приехала. Сколько я тебя зазывала, а? Ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, ладно, все будет хорошо, не расстраивайся. Обживетесь, вам здесь понравится. Ром, ну давай скажем, что я придумала, а? Давай. Поля вам целый дом сняла. А он... Не очень дорогой. Да ну что ты? 3 копейки стоит. Ну о чем ты? За свет заплати, ладно. Я с хозяйкой, с Натальей договорилась. Она и рада будет, если кто поживет. Не переживайте, все будет хорошо. Пойдемте посмотрим, а? Пойдем? Мать писала. Пошли, пошли, посмотрим. Да, я мясо замариновал. Целый дом. Шашлыки устроим, посидим. Вау, тут телек есть. И печка. Во круто. Ну как, нравится? Очень. Сереж, ты посмотри, какой вид из окна. Да здесь все прекрасно, заходи и живи. Я тут полы помыла, окна почистила, так что уютно, все чисто, хорошо. Слушай, я в таком доме в детстве у бабушки жил. Да, ну рада, что вам понравилось. Сереж, кстати, вещи-то нужно забрать. Да, я сейчас хожу. Угу. Ну, а вечером на ужин Ромка уже угли разводит, так что приходите. Да, у нас здесь и речка, и пруд 500 метров. Так что, ладно. Хорошо. Ждем вас. Спасибо большое. Ну, просто санаторий какой-то.
Сережка, было бы замечательно, если бы тебя взяли на эту работу. Ну, Юрий Владимирович обещал поручиться за меня. Так, у нас собеседование в 11, электричка в Новогорск в 10. Должен успеть. А Юрий Владимирович говорил, что ты замечательный работник и справишься с любым заданием. Ой, Владимирович, знаешь, он такой, он наговорить может. Я его знаю. 15. Нет, больше, слушай. Да, лет 15 знаю. Это же мой первый начальник сразу после института. Да, потом другом стал. Ты представляешь, обиделся. Говорит, работу не можешь найти, не позвонишь. Прям как не родной. Волнуешься? Есть немного. Если с этой работой ничего не получится, я не знаю, что делать. Ну, не будет этой работы, будет другая. Угу. Что, мы с тобой так не проживем? Да, будем жить натуральным хозяйством. Угу. Посадим картошки до горизонта, капусты. Будем выращивать кроликов, курочек, кабанчика. Будем жить без денег. Такой простой жизнью. Вот ты все шутишь, да? Да. А я, между прочим, серьезно, Сереж. Я поехал. Ни пух, ни пера. К черту. Мама, я в этой школе буду учиться, да? Ну, я надеюсь, что будешь, да. Тетя Полина решит вопрос. И пойдем с тобой во второй класс. Вот бы меня не взяли. Катерина какая. Петя! Ну, поговорила с директором? Поговорила. Ну что, Петю записали. Будешь учиться в школе? Нет. Здрасте. Лентяй. А по поводу меня спрашивала? Спрашивала. Понимаешь, Маш, у нас маленький поселок. Конечно, учитель с твоим опытом нам очень нужен. Но пойми, Василиса Петровна, ей всего 2 года до пенсии осталось. Маш, ну не выгонять же ее. Да, конечно, не надо. Не надо увольнять. К тому же, ты нам и так помогла. Спасибо. К тому же, я на работу уже почти устроилась. Маш, а где? У нас здесь? Не совсем у нас, 10 километров кафе. В кафе? Да ты что, Маша? Ну, ты даешь. С твоим образованием. 5 лет училась, потом 10 лет преподавала. И в кафе. А что, Сережа, что? Все никак? Да это просто заколдованный круг какой-то. Он сегодня в Новогорск уехал. У него там очень хороший друг в банке работает. Обещал помочь. Ну, дай вот Бог. Вот надеемся. Дай Бог. Рома приехал. Рома! Знаешь, Маша, дело в том, что он целый год ездит в школу. Он приезжает посмотреть на детей. Ну, хотя бы на чужих. А что врачи говорят? Говорят, что у нас детей не может быть. Ну, а если приемного взять? Не хочу. Я хочу такого сына, как у тебя. Привет. Петька, привет. Садитесь. Подвезу вас ветерком. Угу. Петька, вперед. Девчонки назад. Пойдем, пойдем. Пойдем. Петя, угу. Ты руки помыл? Да. Когда? Вчера? Сейчас. Ну ладно. Привет. У нас гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот доставил. Для такого человека и личным шофером поработать можно. Вы, наверное, Юрий Владимирович. Так точно. А вы, наверное, Машенька. Да. Мне Сережа уже успел про вас рассказать. И какая вы умница и молодец. Ну что вы, Петь, неси, пожалуйста, тарелку и вилку не забудь. Угу. Вы ведь будете с нами кушать? А? Обязательно. Раздевайтесь. Вот и хорошо. Чертовски вкусно пахнет. Ой, вы знаете, я еще к новой плите не приноровилась. Ой, Юрий Владимирович, знаете, она кокетничает. Маша очень хорошо готовит. Сереж, расскажи лучше, как ты съездил? Ну, встретились, поговорили, ну, вроде понравился. Может быть, возьмут. Я не знаю. Возьмут. Ну, конечно же, ты им подходишь.
Ну как там мой Шмелев? Какого я тебе парня нашел, а? Ты мне еще за него спасибо скажешь. Так прямо сейчас скажу. Спасибо вам, Юрий Владленович. Уж удружили, так удружили. Я не знаю, как вы вообще могли поручиться за такого человека? А что такое? В чем дело? Шмелев прекрасный человек, я его знаю 100 лет. Умный, кристально честный, что не так? Да вот звонили мне из службы безопасности. Вы хотя бы знаете, что у вашего Шмелева судимость? Причем за мошенничество в финансовой сфере. Его подставили. А сейчас с него сняли все обвинения и судимость тоже сняли. Для нашего банка это просто неприемлемо. Поэтому вашего Шмелева мы категорически не можем взять на работу. Вы там в своем банке совсем закопались в бумажках. За документами живого человека не видите и видеть не хотите. Шмелев честнейший человек. И я... Жил в Москве, занимался своим делом. И был таким нужным, умным, востребованным, незаменимым. А сейчас даже на работу устроиться не могу. Тюрьма как пятно. Никому не нужен. Неправда. Ты нам нужен. Спичка. Очень нужен. Говорили мне, не связывайся с Крабовым. Кинет. Кинул. А кто мог подумать, что так все произойдет? Вы были давно знакомы. Сереж, не переживай ты так. Сейчас я пойду на работу, все будет хорошо. Замечательно. Моя жена в каком-то гадюшнике будет полы мыть, а я буду вот здесь, на кровати валяться, да? Ой, да лучше бы я в тюрьме сидел. Зато ты сейчас с Петькой бы в Москве в своей квартире жила. Ну, что ты такое говоришь? Так, на пару дней хватит. Зин, 3 килограмма соли, да, еще? Ты что мне даешь? Это ж сода! Ну, Зинка, народ его в кафе потравишь. Ну, здрасте, дорогие мои. Наташка, привет! Наташка, вернулась, что ли? Ну, можно и так сказать. Мы тут неподалеку коттедж строим в Боровичах, так что буду теперь часто к вам приезжать. Боровичак! Рыбачак своих кормить будешь? Халтурщиков и бездельников. Давай мне, Зин, этих бомж-пакетов побольше. А чё ж ты таких на работу берешь? А где мне других взять? Я объявление даю. Везде на стройку приглашаю. Зарплата хорошая. Не идет никто. Ой, Наташка. Ладно, бабоньки, пока. Ну что тут у вас новенького-то? Новенького? Да колбасу разве что позавчера привезли. Хорошая новость. Про новости это у тебя надо спросить. Дом-то свой продавать собираешься? А зачем его продавать? Это вроде как родовое гнездо. А как там жильцы-то мои живут? Живут, а что с ним будет-то? Ну хорошо, пусть живут. Слушайте, а как Аленка-то, подружка моя, замуж-то не выскочила? Да будь тебе! С такими братьями легче я выскочу. Ну да. Колбасу будешь брать, нет? Не, не буду, считай давай. 600. Да уж, это точно, конечно. Вот. Ну все, спасибо. Побегу своих дармоедов кормить. Увидимся еще. Пока. О, Мишка на помине. Привет. 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 Ты приехала? Ну да. Как ты? Да я нормально, как ты? Слушай, такая красивая стала. Пойдем к нам, а? Папа так рад будет. А я пироги испекла. Да я не могу. Ты видишь, мне работяг надо кормить, ехать. Слушай, приезжай лучше ты ко мне. Мы тебе парня хорошего найдем. К тебе? Угу. В город? Слушай, нет, не могу. Меня ж братья не отпустят, и папа болеет. Ой. Ну, как всегда, собственно. Ну. Ну, ладно. Давай. Увидимся. Хорошо.
Ну, привет. А ты что, новенькая, что ли? Да. Зовут как? Маша, я сегодня первый день работаю. А я дядь Костя. Но вижу, что первый день стараешься очень. Маш, ты тут особо так не старайся. Здесь одни шоферюги обедают. Да вон эти еще. Так что ж они не люди, что ли? К тому же, если мыть пол, то мыть хорошо. Ну, как знаешь. Я сейчас. Пообедали? Ну, как вам понравилось? Счет. Дядь Кость, а у тебя санэпидемстанция. Давно не было. Я думаю, у тебя там на кухне тараканы, хороводы водят. Может, вызовем? Дмитрий Альбертович, что вы такое говорите? Там все в порядке, чисто. Ладно. Тогда извиняй. Наличных нет, потом расплатимся. Угу. Спасибо, братец, ступай. Понятно. Да, еще водочки принеси нам. Приятного аппетита. О. Ага, расплатятся они, как же, жди. Сами в полиции работают, а хуже бандюк. Машуль, ну что, обедать будешь? У нас для сотрудников бесплатно. Вы знаете, а можно я домой возьму для сына? Для сына? Маша, хочешь, я ему творожную запеканку дам? Во, продукт! Свежий творог фермерский, сметанка, чизкейк просто. Ты знаешь, я ведь в городе кондитером раньше работал, да? Ну, а теперь вот здесь судьба занесла, а здесь сама знаешь, что попроще, посытнее, ничего не понимают. А качество – это же самое главное. Слушай, а у тебя что, мужа нет, что ли? Да почему нет? Есть. Самый лучший на свете муж. Ага. А что ж этот самый лучший тебя за еду сюда горбатиться отправил, а? Неправда, не посылал у меня горбатиться. Просто пока работы нет. Работа, Маша, всегда и везде есть. Вон там коттедж строят, целая бригада. Говорят, люди позарез нужны. У меня Сережа бизнесмен с двумя высшими образованиями. Какая стройка? Ах, бизнесмен, понятно. Мам, дядя Сережа там все кустики покосил. Да ты что? Ну, держи. Иди чайник ставь. Ага. Сейчас кушать будем. Сереженька. А? Что делаешь? Вот. Решил во дворе прибраться, тебе помочь. Ага. А я тут жасмин посадила. Надеюсь, что зацветет. Думаю, что за сорняки такие красивые, а? Прости меня, Машка. Да ладно. Ну ты что, я другой посажу, ничего страшного. Черт, а. Сижу тут без дела, толку от меня никакого. Ну ты чего, Сереж? Ну это же деревня, это не город. Здесь все по-другому. Нету ни банков, ни фирм. Да. Толку здесь от моих дипломов никакого. Но хоть какая-то же работа здесь должна быть, а? Ну, какая-то работа здесь есть. Мне говорили, что стройка недалеко, и они рабочих ищут. Но это же... Сереж. Я думаю, что им-то как раз и плевать на мое прошлое. А я руками могу кое-что и поделать. Не только штаны вовсе протирать. Послушай, мне кажется, мы найдем другой, более подходящий вариант. Какой вариант? Машка, то, что ты педагог русского языка, с дипломом о высшем образовании, полы в кафешке моешь, это что, вариант? Давай!
Мне сказали, вам рабочие нужны. Понятия не имею. Я лицо подневольное, у начальства спрашиваю. А начальство где, когда будет? Придет, наверное. Чего расселся, а? Я тебе сколько раз говорил, носи плитки, быстро встал! Да ношу я, ношу я. А ты что тут встал? Где раствор? Почему не развел? Раствор, а? Секунду, передохнуть нельзя? Нельзя! Перестать и наниматься пришли. Здрасте, я слышал, у вас работа есть. Кто ты? Маляр, штукатур? Мне, кстати, нужны плиточники. Слушай, а может, ты электрик? Да нет, я что-нибудь попроще, там, припилить, там, прибить, покрасить, мусор вынести. Мусор вынести? Возьмите разнорабочим, я там потом освою что-нибудь. Да? Мне, между прочим, тут не профтехучилище, мне нужны профессионалы. У меня он каждый по три профессии имеет. Жена у меня, Натаха, она у меня и штукатур, и маляр, и плиточник, и каменщик, и вообще, между прочим, снабженец. Ты чего руки распускаешь, а? Моя жена, где хочу, там и лапаю. А вот нам работник пришел, посмотри какой. Наниматься, только ни хрена делать не умеет. Берем? Ну, возьми хоть одного порядочного человека. Ты знаешь, Федька уже неделю как запил. Ну, дура баба. Если он запил неделю назад, значит, проспится, будет работать, правильно? А это кто? Что он умеет? Мне уже работники, а не вот это вот. А что ты спрашиваешь у меня тогда? Жена все-таки. Турка. Достал уже. Ладно, я все понял. Она права. Я тебя беру на неделю на испытательный срок. А потом посмотрим, чем ты выучишься. Спасибо. Переодевайся. Ну что, брат, пойдем осмотримся тут. Вроде ничего, пойдет. Да, надо брать. Надумал? Да не знаю пока. Если покупатель хороший найдется, продам. Надоело мне здесь. Хочу в город перебраться. Знаю. Короче, за пятнашку отдашь? Шутишь? Тут же один дом дороже стоит. Земля еще, флигель, огород. Меньше, чем за тридцатку не отдам. Ну что-то я не понимаю. Ну... Подожди, Олег. Слухай, Андрюха. Мне, короче, дом этот нужен. Так что даю пятнашку. И давай, проваливай в город свой, ясно? Это что, угроза, что ли, а? Ты топор-то положи! За форму, что ли, не видишь? Считай, что это предложение официальное, ясно? И думай быстрее, не тяни. Че, деньги? Ляжку жду. Ты поговори мне здесь еще, ухарь. Ладно, Олег, поехали. Пусть подумает пару дней. Мне еще в участок заехать надо. Покупатель тоже вон. Козел. Юрок, давай чайку, а? Бегу, бегу. Ну что, мужики, пока начальства нет, давайте вздрогнем помаленько, а? А это мы сейчас мигом. Ага, давай. Ты не ходи. Давай. Серёг, ну что ты там мажешь все? Давай, иди, присоединяйся. Не, ребят, спасибо, я не пью. А что здесь пить-то? Ну давай, иди сюда-то. А то уже неделю батрачим вместе, а до знакомств так и не выпили. А знаешь ли ты, Серега, что вот без этого, между прочим, шпаклевка плохо ложится? Так, это что такое? Я сколько раз вам говорил не пить на работе, а? Ну что же вы за люди-то такие?
Так обед у нас, Наталья Николаевна. Чай пьем? Угу. Чай. Чай. Бутылку отдавайте. Какую бутылку, Наталья? Я же все равно найду. Попей. Стерва. Наталья Николаевна, это же продукт, ну что так же вы... Так работаем. Я за что деньги плачу? Наталья Николаевна, ну... Сколько раз уже сказал убрать отсюда этот ящик. Подожди, давай. Не надо мне помогать. Да он тяжелый, но женщинам нельзя, давай. Я не женщина, я снабженец. Поставьте сюда, пожалуйста. А этот кто такую красоту здесь сделал? Вы что, не видите, что криво? Алло. Это я. Я вижу, что криво, я потом переделаю. Я сейчас за обедом съезжу, а потом покажу, как надо это делать. Может, что-нибудь привезти? Ну, я не знаю, сигарет. Нет, спасибо, я не курю. Интересно, не курит, не пьет. Прям интеллигент какой-то. Черт это такой? Вчера привезли, не хочешь, не бери, другого нет. Да, не бери. Так, конечно. Давайте мне, мои тунеядцы все сожрут. Они ж как саранча, только водку пить умеют и есть. А как работать, так фиг. А вот этот твой новый, Сергей-то, он что, тоже только водку пьет? Нет, этот не пьет. Не курит даже. Тетя Клав, а вы откуда про него знаете-то? Знаешь. Ой, Наташ, ну совсем-то от наших порядков отвыкла. Тут ведь что не делается, через два часа весь поселок знает. Вот некоторые шутят, что ты этого Серегу-то не только жильем обеспечил, но и работой, ну, так сказать, на полный пансион взяла. Да каким жильем? Я дом сдала женщине с ребенком. Так это муж ее. Ах, вот так. Интересно. Хороший он мужик. Вот такая у нас жизнь. Как только встретишь хорошего мужика, а он сразу женат, да, Натах? Ну и что? Жена не стенка, передвинуть можно. А у нас на стройке вообще стены не только передвигают, совсем их сносит. Сколько я должна? 650. Угу. Так что, девчонки, все будет хорошо. Все, побежала я. Пока, Наташ. Покормить. Пока, Наташ, пока. Так. Спасибо, Алёнушка, спасибо, вот, доченька. Спасибо. Как ты на маму свою похожа. Удивительно. Такая же заботливая, внимательная и красивая. Привет, отец. Привет. Аленка, тут мне вот добрые люди. Лося подогнали. Засунь в холодильник, потом котлет накручу. А ты что, взятки, что ли, берешь на службе? Нехорошо это. Знаешь, и без фуражки тоже плохо. Ой, начальство тебя не похвалит. Ой, бать, хватит причитать, а. Я сам себе начальство. Да. Они этого Лося без лицензии завалили, пущай теперь делятся. Угу. Сам-то, небось, котлеты любишь? Да. Ну, целый день дома сидишь, ты могла что-нибудь нормально приготовить, а? Ну, чего встала? Давай, ну, давай быстрее, ну. Участок хороший, не хочется терять. Наш будет, не волнуйся. Андрюха парень хоть и глупый, но не дурак. Не станет он со мной связываться. Возьмем за ту цену, какую я назначу. Давай, Дим, давай. Нас двое, дом один. Скоро разъезжаться надо будет. А что, Алена, не считаете, что? Ей тоже наследство полагается. Да Алену пусть хозяйством будущий муж обеспечивает. Мы ее замуж выдадим, когда время придет. Обещала умника к садку привезти. Опалубку делали, доски сбивали перфоратором. Ну, понимаешь, там... Я не знаю, как он так работает. Че мы не работаем, а? Че ты стал, как памятник? Так материала-то нет, начальник. А че ты молчишь полдня? Наташа где? Я здесь. Слушай, ты дура безмозглая. Ты почему материал не привезла?
Ну нету на рынке, надо в город ехать. Езжай в город, быстро! Я сейчас поеду, к вечеру привезу. Вот давай, что с вами делать-то, а? Меня заказчик убьет. Мы простаиваем, время теряем. Он недоволен. Все, валите отсюда все, валите выходной. Ну вот, совсем другое дело. И отработайте мне в субботу за сегодня. Не, начальник, ну так не поет, мы же тут полдня уже сидим, батрачим. Молчи, я решаю здесь как работать, как отдыхать. Иди отсюда. А ты чего домой не идешь? Выходной? А, да мне тут доделать кое-что надо. Или домой не хочется? Хочется. Нет, я просто подвезти тебя хотела. Автобус будет только вечером, а тебе пешком идти где-то 10 километров, наверное. Наташа, а вы мимо новинок будете проезжать? Да. Подвезете? Ну, конечно. Я сейчас переоденусь, подождите, пожалуйста. Угу. Здрасте, бабаль. А ты бизнесмен из Москвы, да? Вижу, что руками ты никогда не работал. А мой Борька, он вот тоже бизнесмен. Только дурак он. И весь бизнес свой пропьет. Я свой тоже потерял. Но по другой причине. А правда в поселке говорят, что ты в тюрьме сидел? Правда. Сидел. Ух ты. По тебе не скажешь. И я бы там до сих пор сидел. Если бы не Машка. Это она все сделала для того, чтобы меня оттуда вытащить. Вот здесь. Что, в этом доме? Ты, оказывается, еще и мой жилец. Это твой дом? Да, от матери остался. Она вообще в другой поселок переехала. Значит, говоришь, жена у тебя хорошая. Хорошая. Очень. А сын приемный. А не трудно чужого пацана-то воспитывать? Детей вообще трудно воспитывать. Ну да. Ты, если не торопишься, может, пойдем прогуляемся? Тороплюсь. Меня вон жена ждет. До свидания. Жена его ждет. Подождет. Привет. Привет. А ты здесь с кем? Да, не важно. Ну, пойдем, я там мясо твое любимое приготовила. Машка, я не голодный. Я спать хочу, я устал. Здрасте, бабаль. Ой. Здрасте. Вот. Ну, не знаю. Мужа твоего вчера Наташка с работы привезла. По всему поселку проехались с ветерком. А какая Наташка? Да начальница его. Ты что, Наташку не знаешь? В ее доме живешь. Ну, Наташка-то ладно. Все знают, что у нее с мужем не лады. Твой-то, твой. Так. Маш, не слушай ты их, а?
ну правда, не слушай. Понимаешь, у нас здесь, ну, все так ладно, хорошо. Все как на ладони видно, поэтому всем посплетничать хочется. Я понимаю, Полин. Я все прекрасно понимаю. Пойдем отсюда. Шалава. Опозорил на весь поселок. Ты сам себя позоришь. Ты во сколько вчера домой пришла? Все видели, как ты уехала с этим? Ты где шарахалась до утра? Говори! Быстро! Не твое дело, ты понял? Только не трогай! Эй, ты что делаешь? Ты что, пяришься к нашим девкам? Думаешь, столичным все можно? Это моя жена, не лезь к ней, понял? Боря, прекрати! Слушай, пойди проспись, а? Сволочь! Я тебя, собака! Привет. Привет. Что случилось, Сереж? А? Ты почему такой грязный? На стройке упал. Как упал? Вот так? Давай помогу. Упал. Что ты мне придумываешь? Садись. Может, скорую вызвать? Нет, ты что, ничего не надо. Сотрясение или... Господи. Все нормально. Я лягу пораньше сегодня. Я тебе завтра все расскажу. Хорошо? Хорошо. Петька что, спит еще? Спит. Сереж, что у вас вчера произошло, а? Прораб напился, с женой начал отношения выяснять, но пришлось разнять. Ты уверен, что именно эта работа тебе нужна? Не понял. В поселке слухи ходят, что у тебя роман с Натальей. И ты веришь? Стараюсь не верить. Ну и правильно делаешь. Вот посмотри на меня, ну? Ну какая Наталья, ну, Машка, я тебя люблю. Ох уж эти голубенькие глазки. Садись кушать, я открою соседку на я. Привет. Я Наталья.